Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не помыкал, не понукал, спины не гнул, прямым ходил, и в бус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Но был донос и был навет, вперед 500 и ваших нет. Был кабинет с табличкой «Время, уважай», там прямо без следят. Там штемпель ставят наугад, кладут конверт и посылают за можай. Потом зачет, потом домой, семью годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, вперед 500, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот вас на стройках ждут. А наше дело сел, поехал, ночь, полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500. Вперед 500, сигналит зря пурга, и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот МАЗ огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Назад 500, вперед 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конючь, а он загаечный. За ключ и волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот ты докажет, что был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глаза в глаза и холода на спине. А что ему, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился наш веселый наворот, что будто вновь под Новый год ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой. Пришел тягач, и там был трос, и там был врач, и МАЗ попал, куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, и опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, и опять его возьму.